Новую жизнь в рамках подготовки к столице республики получит и один из старинных храмов Мариэл. В селе Верхушнур Советского района продолжается реконструкция памятника культурного наследия – церкви святых апостолов Петра и Павла. Отмечу, проект попал в федеральную целевую программу «Культура России» во многом благодаря неравнодушным местным жителям. Реставрация, а по сути полное восстановление, стартовала 4 года назад. Сегодня уже завершены все монолитные работы. Укреплен не только фундамент, но и стены. По эскизам с нуля восстанавливается колокольня. На работы этого года было выделено 11 миллионов рублей. В этом году в планах восстановить колокольню и закончить как бы внешнюю штукатурку, всю, поставить кресты. Внутреннюю отделку входит обустройство всех полов до нулевой отметки. И как бы у нас называется восьмерик, декоративная штукатурка завершающая. Более подробно о восстановлении памятника культурного наследия смотрите в ближайших выпусках новостей на телеканале «Мэтр».